Агрофирма Седек представляет перец сладкий «Теща любезная». Это среднеспелый сорт 110-120 дней вегетационного периода. Дает плоды с массой до 120-150 грамм, сладкий и очень сочный. Ценность сорта в устойчивости к болезням и пригодности для длительной транспортировки. Назначение универсальное. Номер партии 3252, количество семян 0,1 грамма. ноль двадцать три сотых грамма на весах.